клубе болельщиков культурно-выставочного центра «Патриот» в Кубинке на время проведения международного военно-технического форума «Армия-2021» расположилось более 50 тематических площадок и выставочных зон. В фан-зоне ЦСКА «Эльбрусское кольцо» 20 августа открылась выставка работ воина-интернационалиста, художника и альпиниста, сотрудника Одинцовского историко-краеведческого музея Рената Шафикова. Все желающие могут посетить ее до 6 сентября.